Эта территория расположена практически в самом центре старушки Европы. Когда-то давным-давно ее нарекли Серебряной землей. Свое название «Серебряная земля», невзирая на техногенную эпоху, не утратила и поныне. Она, эта самая эпоха, лишь едва коснулась небольших местных городков. А больших тут, собственно, и нет. Еще один феномен Серебряной земли. Стоит отъехать хотя бы на каких-то пару километров за городскую черту, как взору открываются сказочные пейзажи и лубочные картины горных вершин. Настоящие ценители, гурманы туристических блюд, без сомнения найдут в Закарпатье свои уникальные изюминки. Это величественные старинные замки с сопутствующими им легендами и преданиями. Это без преувеличения уникальные деревянные церкви, практически отсутствующие с другой стороны Карпат. Известные и местные минеральные источники. Путешественник Запада, оказавшийся здесь, не сразу начинает понимать, что эта территория была отрезана некогда политиками от так похожей на пасхальные открытки европейской жизни. На фоне этой имперской архитектуры, даже вдруг появившийся из ниоткуда, австро-венгерский гусар не показался бы чужеродным персонажем. Этот особый неспешный уклад местной жизни своим течением напоминает подобие швейцарского Эдинбурга, что гостю из Запада указывает на присутствие здесь родных генов. Человек же с Востока с удивлением обнаружит в городке, куда еще не так давно легко можно было купить билет внутренних авиалиний с Владивостока, Душанбе и Кутаиси, неуловимое сходство с духом Праги, Вены и Будапешта. Еще не за граница, но появившийся из-за угла трубачист, говорящий на четырех языках, изысканно держащая в руках малюсенькую кофейную чашечку цыганка, рассыпающийся старичок, галантно целующий ручку дружелюбной молоденькой мадярочке, заставляют инородца с востока насторожиться и поискать урну для своего окурка.
И хоть есть на востоке городки и почище, и по-настоящему красивые, закарпатские, как здесь говорят, варуши, как элитные кони, чувствуется порода. Душа этого края, несомненно, обитает в разноликости его неповторимых сил – украинских, немецких, венгерских, словацких, румынских. Удивительно, но местный крестьянин во все времена умудрялся оставаться фигурой самодостаточной. Политикой интересовался мало. Время от времени спросит у приехавшего с учебы внука, какой флаг висит сегодня в городе. И в очередной раз, удивившись, отправлялся заниматься своей повседневной нехитрой работой. Одной из таких веками существующих здесь работ до сих пор остается кузнечное дело. Вот только кузница эта единственная, по крайней мере, в Европе. Настоящая, действующая водяная кузница. Бегущий с гор водяной поток крутит старенькое колесо. Колесо приподнимает тяжелый молот. Вот и стоит в центре живописного закарпатского села Лисичево своеобразный кузнечный грохот. Это теперь электрический компрессор раздувает меха. А раньше чужой путешественник мало понимал, откуда могли появиться среди глухих гор такие странные механические звуки. Ну а местные лисичанские относятся к этому микрочуду как к делу вполне обычному и не задумываются, каким образом была выкована их мотыжка. Такие мотыги можно купить здесь за символическую цену и сегодня. И только специалист способен на глаз оценить их уникальное свойство. Этот металл не поддается на слом местной каменистой горной почве. Последние годы в кузнице можно повстречать и чудом забредшего по мировому путеводителю японца, и президента страны вышитой сорочки, и кучку настоящих эстетов из какой-нибудь европейской столицы. Раз в году тут проводится фестиваль кузнечного мастерства, и хозяевами молота становятся хранители профессий со всех уголков Европы. А еще с советских времен здесь промышленным способом выращивают целебный корень женьшень. Запоминайте, закарпатское село Лисичево, водяная кузница Гамора. Ранним осенним утром мы продолжаем свой путь по дорогам Межгорщины. Сказочный дух карпатских хребтов витает среди этих туманных пейзажей. Богатая фантазия дорисовывает силуэты легендарных бесеголовцев, грозных опришков и стройных гуцульских красавиц. Каждая сказка когда-нибудь кончается. Появившееся солнце быстро разогнало утренний туман и открыло путь к нашей конечной цели – морскому оку. Так здесь называют очаровательное горное озеро Синевир. Но по дороге к нему нас ожидает еще одно замечательное место. Это каскады кристально чистой воды, не спадающей по древним горным породам. Мы движемся к водопаду Шипот. Водопад Шипот представляет собой трехступенчатый каскад высотой 12 метров.
низвергающейся в узком обрывистом ущелье и с обеих сторон зажатой крутыми уступами скал. По дороге к водопаду организован ряд каскадов. Существует легенда, что когда-то на территории современного Межгорья стоял огромный замок, который принадлежал богатому герцогу. Пришло время, и его дочь полюбила одного бедного крестьянина. Но отец смотрел не на их чувства, а на бедность парня и запретил дочери видеться с возлюбленным. Несмотря на запрет, влюбленные продолжали встречи у водопада. Герцог застал их вдвоем и убил юношу. Ну а девушка осталась сидеть возле тела возлюбленного и все время шептать: «Я тебя люблю». И так до самой смерти. С тех пор люди называют этот водопад шепотом и говорят, если прислушаться, то можно до сих пор услышать шепот девушки: «Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю». Межгорщина справедливо считается самым живописным уголком Закарпатья. Она влечет путешественников лесистыми горами, подоблачными полонинами, быстротекущими реками Теребля и Черная река, целебными источниками минеральных вод типа Буркут. Самым ценным и важнейшим сокровищем Межгорья издавна считается Синевирское озеро. Национальный парк Синевир относится к наибольшим и самым привлекательным природно-заповедным территориям Закарпатья. Чтобы увидеть это чудо природы, нужно подняться в горы. Голубое прозрачное озеро спряталось среди них. Легенда гласит, что в далекие времена горы принадлежали богатому графу, и все люди работали на него. Пасли овец, коров, рубили лес. У графа была красавица, дочь по имени Синь. Девушку звали так потому, что глаза ее были синее самого неба. Однажды граф взял дочь с собой в горы. Пока он проверял работу лесорубов, дочь собирала на поляне цветы. Там она услышала звуки свирели и увидела красивого парня.
который ей сразу понравился. Это был Вир, местный пастух. Так они и познакомились. Девушка стала часто приходить к пастуху в горы, и они полюбили друг друга. Узнав про встречи, отец запретил дочери выходить из дома. Но те не могли больше жить друг без друга. И тогда граф приказал убить Вира. Люди графа выждали момент и бросили на него со скалы камень. Узнав об этом, Синь побежала к тому месту, обняла камень и заплакала. Долго она плакала, пока на том месте не образовалось озеро. Вода в озере синяя и чистая, как глаза самой Синь. А посередине видна верхушка того самого камня. С тех пор называется озеро Синь-Вир. В действительности же озеро образовалось в результате мощного сдвига, вызванного землетрясением, около 10 тысяч лет тому назад. На высоте 989 метров на пути быстрого ручья выросли горные каменистые породы, образовав дамбу и полностью перегородив узкую долину. Площадь водяного плеса составляет около 5 гектаров, наибольшая глубина 22 метра. В прозрачной холодной воде хорошо чувствует себя форель, озерная, радужная и ручейная, а вокруг морского ока красуются стройные ели, возраст которых достигает 160 лет. Вода озера даже летом холодная, 10 градусов. Посередине крошечный островок, похожий на зеницу огромного глаза, площадь которого всего несколько метров. Отсюда и народное название – «Морской глаз». Люди своей творческой фантазией пытаются дополнить красоту природы. Архитекторы удачно вписали обзорные площадки в окружающий ландшафт. А на полуостровке видна вырезанная из красного дерева скульптурная композиция «Синь и Вир». Высота монумента 13 метров. Выглядит очень красиво. Отображаясь в воде, монумент воспринимается как нечто таинственное, как прекрасная сказка о бессмертной любви. Сюда приезжают праздновать свадьбы из многих уголков Карпат. Говорят, что если люди познакомились и полюбили друг друга на озере, то их ждет крепкая любовь. Но вернемся назад в уютные закарпатские городки. Один из них – Мукачево. Мукачево существовало уже во второй половине 9-го столетия. Удивительную картину можно увидеть, перебывая недалеко от замковой горы осенним хмурым днем, когда над городом низко стелятся свинцовые тучи и кажется, что весь мир затянут густым туманом. Но вдруг блеснет в высоте тоненький лучик солнца, разорвет на мгновение сплошную серую мглу и вырисует на небосклоне сказочно-таинственные очертания древнего замка. Внизу туман остается густым, скалы практически не видно. И создается впечатление, как будто из тумана вырастает волшебный замок и вместе с туманом куда-то плывет. Неподобные ли картины будоражили ум наших далеких предков и навеивали им сказки и легенды о волшебных градах, в которых нелегкая действительность поступалась местом желаемой выдумки. Мукачевский замок – ценный военно-архитектурный памятник. Воздвигнут он был на перекрестке древних торговых и военных путей, ведших с поддунайских земель в Киевскую Русь и от соляных копий Семиградия в Чехию, Моравию и Польшу. Целью постройки замка были охрана и контроль этих караванных путей. В течение длительного времени на Замковой горе и у ее подножья сложился целый комплекс сооружений. Водяной ров, земляные бастионы, частокол и каменная стена с бойницами. Внутри обвода находилось поселение, где, кроме воинов, проживали также ремесленники и простолюдины. Высокий частокол перед рвом назывался Паланок. Отсюда, собственно, и название самого замка. На самом холме, высота которого 68 метров, год за годом и столетие за столетием,
наращивались и совершенствовались постройки, которые размещались на трех террасах уступом на юг и образовывали к началу 18 столетия четыре самостоятельных узла обороны. Первым из узлов обороны является предзамче, представляющее собой привратную сторожевую башню, окруженную сухим рвом, через который перебрасывался подъемный мост. Сама башня не уцелела. Мост через ров, когда-то он был перекидным и при подъеме закрывал ворота, соединял предзамче с нижним замком. Следующим, еще более мощным звеном обороны является средний замок, расположенный на 10 метров выше нижнего. В среднем замке размещались служебные, хозяйственные и жилые помещения, в том числе комендатура, рыцарский зал, арсенал, казарма и кухня. Здания среднего замка строились в течение многих лет. На четвертую верхнюю террасу Акрополь, где расположен верхний, или как его еще называют, старый замок, ведет узкий сводчатый коридор длиной 30 метров и шириной 3,5, расположенный под башней, сохранившейся еще со времен Федора Каритовича. На самом деле это коридор-ловушка. Если неприятелю удавалось сюда попасть, то у входа и выхода опускались железные ворота, а из отверстия в потолке начинали лить горячую смолу, кипяток и бросали горящие факелы. Считается, что отсюда живым еще никому не удалось выбраться. Со второго этажа княжеских хором в башню Каритовича вел потайной ход. Здесь находилась комната пыток. В темном каменном мешке, способном поглотить крики истязаний, сохранилась дубовая перекладина с крючьями для дыбы. В тех местах, где узники были прикованы к стене, заметны отполированные телами камни. На протяжении веков у стен замка стояли завоеватели, но лишь немногим из них он покорился. Крепость пережила несколько осад. Также в этом дворике есть памятник самому Федору Каритовичу, с которым связана легенда или поверье для туристов. Считается, что если к ногам Федора Каритовича бросить монетку, а купюры он не берет, и загадать всего лишь одно желание, то оно непременно сбудется. В этом дворике есть колодец, с которым связана довольно интересная легенда. Считается, что в свое время Федор Каритович дал приказание своим слугам выкопать колодец. Долго и безнадежно они копали, но до воды добраться так и не смогли. И тут явился Федору Каритовичу представитель ада. И согласился за определенную плату, соответственно, мешок с золотом, сделать так, что в колодце появится вода. Выполнив свое обещание, он явился Федору Каритовичу за оплатой. Но оказалось, что денег таких у него нет. И тут один из хитрых слуг подсказал, что не оговаривалась же величина мешка. И, соответственно, можно маленький мешочек с золотом, в который влезло всего лишь 3 золотые монеты. Черт понял, что его обманули, бросился в колодец с криком, что пить вы из него все равно не будете. А вот еще одна история этой дамы и данного молодого человека. Даму зовут Илона Зрини. Была она из знатного рода и славилась невероятной красотой и умом. Рассказывают, что однажды во время ожесточенного боя она вышла на смотровую площадку и была в зоне досягаемости вражеских стрелков, но те, пораженные ее красотой, не осмелились в нее стрелять. Ну а этот молодой человек Ракоцы II, ее сын. Именно ему во время штурма Ужгородского замка сокол принес меч. В июле 1847 года Мукачеву посетил известный венгерский поэт Шандор Петефи.
Он побывал и в Мукачевском замке, о чем оставил запись в дневнике, написанном в форме письма своему другу Фридрише Керене. Поспешил посетить замок, превращенный в государственную тюрьму. Он стоит среди равнины в 15 минутах ходьбы от города. На склонах холма растет виноград. Не хотел бы я пить вино с этого винограда. Мне все время казалось бы, что я пью слезы заключенных. Вот такая она, удивительная и прекрасная, непредсказуемая и загадочная, независимо от времени года и от погоды. Это серебряная земля, расположенная на перекрестке европейских дорог. Побывав здесь единожды уже, наверное, никогда не забудешь местных радушных людей и удивительной красоты природы. По-моему, в этом стоит убедиться самому.